Я, кстати, сейчас вспомнил, что в одном из интервью вы говорили, что Балабанов не в том фильме вас снял, но мы говорим про, естественно, про «Жмурки», а что он должен был бы вас снять в «Братья». Нет, я говорил? Да. Да, в интервью, которое вы в Стамбуле давали, что вот... Не что, так, вот, не в «Братья». В «Братья», в «Братья». Нет. Точно в «Братья». Может, вот, я что-нибудь брякал? Точно. Я выпивал я в Стамбуле с Гордоном. Да, потому что вы летели. Я летел, а это Череватов. Хорошо, что там вы ехали. Значит, не будем акцентироваться на Ефремове, пойдем дальше. Но скажу, это будет очень неприятно многим слышать, людям, которые пытаются что-то говорить в адрес. Безусловно, мы сейчас не будем это говорить. Владимиру Семеновичу Высоцкому тоже повезло, что он никого не убил. Это правда. Поверьте мне, там серьезные были, да. Там тоже были не только напитки, но и всякие вещества. А что касается Стамбула, нет. Я, может, что-то не так брякнул.